Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ. Интересно знать». Представляем вашему вниманию биографию Елены Шиловой, информацию, новости, фильмографию и о том, как Елена в одиночку воспитывает свою единственную дочь. Елена Шилова – российская актриса театра и кино. Она родилась 6 декабря 1988 года в городе Соликамск, это Пермская область. В семье Елены никто отношения к театру или миру кино не имел, но сама Елена, по ее словам, уже с ранних лет включилась в актерскую профессию, где-то лет 6-7, так говорила она. Дело в том, что Елена училась в спецшколе, в которой помимо обычных предметов обязательными были и такие, как вокал, танцы и история театра. Поскольку творчество ее очень увлекало, на протяжении всего периода школьного обучения Елена решила стать профессиональной актрисой. После окончания школы она поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии в ГИК, который успешно окончила в 2011 году. Дипломные спектакли Елены Шиловой такие, как «Харистка», «Чайка» и «Точка зрения». Дебют в кино состоялся в 2010 году с небольших эпизодических ролей в таких фильмах, как «Белый налив» и «Сестры Королевы». В 2011 году Елена исполнила свою первую главную роль – Люсю в романтической комедии «Пончик Люся», которая принесла Елене первую узнаваемость среди зрителей. В фильме актрисе повезло сниматься с такими отечественными звездами, как Михаил Жигалов, от которого она набиралась актерского опыта. Елена отмечает: «Конечно, я понимала, что это моя первая роль и очень ответственна, тем более, когда рядом такие партнеры». При этом она уточняла, что ее экранная героиня совсем не похожа на нее. Стилистам и гримерам пришлось много поработать, чтобы значительно изменить внешность актрисы под ее экранную героиню. Далее она стала регулярно получать приглашения на съемки, причем преимущественно в главных ролях. Сыграла в таких фильмах, как «Васильки», «Ожидание весны», «Анечка», «Русалка», «Немой», «Медовая любовь» и многие другие. В общем фильмографии Елены Шиловой больше 30 работ. Как правило, ее приглашают сниматься в мелодрамы, а ее роли – лирические героини, милые девушки с непростой сложной судьбой. Рост Елены Шиловой составляет 172 сантиметра. На сегодняшний день известно о личной жизни Елены Шиловой немногое, так как она всячески скрывает всю информацию о себе. Известно только то, что она не замужем, как говорит Елена, не встретила еще свою любовь, не вдаваясь в подробности своей личной жизни. Известно только то, что Елена в одиночку воспитывает свою маленькую дочь. Пожелаем этой прекрасной актрисе еще много новых интересных ролей, а также женского и личного счастья. Пусть у нее все будет очень хорошо. Всего и самого-самого наилучшего. Спасибо вам, дорогие зрители, что досмотрели ролик до конца. Благодарю вас всех за внимание. Если вы еще не подписаны на этот канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди еще много нового, интересного и увлекательного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем желаю здоровья, счастья, любви, добра и мира. Всего вам самого-самого наилучшего и всего доброго. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.